О, еще одна села вроде. Да. А, не, похоже, окунь. А? А, окушка словил. Приветствую вас, дорогие друзья, коллеги по хобби. Иду сегодня после работы опять на рыбалочку. Вчера очень хорошо отловился. Нашел интересную точку, интересное место. Ну и довольно мне понравилось там ловить. Сегодня хочу еще раз попробовать там. Поэтому, если что-то будет, то обязательно покажу. Сейчас у меня за спиной, смотрите, вот такие вот красивые места нашего города. Сейчас будем пробовать ловить рыбку. Ну что, друзья, пришел на вчерашнюю точку, закормился, так сказать. Буду делать первый забросик. Ловить буду на вчерашнего фаворита Бойсквад 115F от фирмы Беркинг. Посмотрим, что он покажет сегодня. Если что, попробуем и другие воблеры. Вода падает. Вчера этот камень чуть было видно из воды. Сегодня он уже торчит. Будем пробовать. Вчера брала окушок. И щука хорошая взяла на 2 килограмма. Посмотрим, что будет сегодня. Первого заброса ничего не клюнуло. Будем пробовать ловить дальше. Попробую покидать это шайнер. Такой натуральный расцветки. Попробуем разловить наконец-то это шайнера. Есть. Что-то засадило. Что-то село, что-то не пойму. Как-то идет слабенько. Ага, вот и разловил это шайнера, друзья. Таким вот щуренком. Вот такая вот щучка небольшая. Но главное, что это шайнер от фирмы Беркинг мы разловили.
засеклась довольно неплохо. Даже немного пасти и порвала воблером. Вот. Взяла за средний тройничок, а задний подсек ее под жабры. Ну вот, наконец-то первая рыбка словлена. Продолжаем пробовать итэшайнера. Кто-то зацепил. Такой сильными рывковой проводкой. Тоже щука. Тоже примерно такая же. Что это шайнер сегодня отличается второй раз, друзья. Тоже зацепилось довольно неплохо. Блин. Вот так вот зацепилась щучка, тоже на два тройничка села. Будем снимать, продолжать ловить дальше.